Франция установит правила продажи токенов. Президент управления финансовых рынков Роберто Филе сказал, что они собираются установить правила продажи токенов и проведения ICO. Однако структура этих правил еще не совсем ясна. Он также сказал, что Франция хочет занять активную позицию в вопросе использования блокчейна. А Филе отметил, что криптовалюты могут легко использоваться для быстрого и беспроцентного перевода денег.